Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, что нужно учитывать при выборе когтеточки. Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой того, что их любимый пушистый питомец точит когти о все вокруг. Это естественный процесс, и в таком случае может помочь когтеточка. Кошки любят забираться наверх, поэтому не бойтесь приобретать высокие когтеточки. Большой ассортимент позволит выбрать ту, которая подойдет для вашей комнаты. Одни изготавливают большими и широкими в виде игровых комплексов, а другие компактными и миниатюрными. Обращайте внимание на высоту и ширину. Обычно животные встают задними лапами, а когти на передних активно точат. Следовательно, узкая или низкая когтеточка будет неудобной для питомца. Выбирайте материал, который не бьет током, гипоаллергенен и имеет небольшое количество волокон. Такой материал не нанесет вреда здоровью питомца и не оставляет после точения когтей мусор. Лучше всего покупать когтеточку из дерева или мягкого картона. ДСП слишком жесткий, и кот может пораниться о него, а дерево прослужит вам намного дольше. Когтеточки могут быть сделаны в виде доски, столбика, домика или даже целого игрового комплекса. Дизайн и форма могут быть любыми. Главное в когтеточке – это удобство и практичность. Тем не менее, можно купить изделие, которое гармонично сочетается с интерьером вашей квартиры. Напольные, настенные, подвесные, с ножками или без, когтеточки могут быть с различными креплениями. Нет однозначного ответа, какие из них лучше. Выбирайте крепления, учитывая ваш интерьер и расстановку мебели. Лучше, когда когтеточек несколько, тогда питомец точно не станет корябать мебель или обои. К примеру, в зале можно установить большую напольную когтеточку-столбик, а в коридоре или на кухне небольшую когтеточку-коврик или доску. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.